Геннадий Падалко должен отправиться на Международную космическую станцию сегодня около 11 вечера. Удачи в попытке в буквальном смысле установить внеземной рекорд краснодарцу перед стартом пожелал в своем микроблоге губернатор Александр Ткачев. Цитирую. «Уверен, сегодня многие кубанцы следят за новостями о предстоящем старте на МКС экспедиции, которую возглавляет наш земляк Геннадий Падалко. Этот полет особый. Падалко собирается установить рекорд пребывания человека в космосе. Почти 900 суток. Для нашего края это большое событие. Конечно, радует, что этот рекорд будет принадлежать именно кубанскому космонавту. Хороший пример для наших мальчишек, мечтающих о космосе. От имени всех жителей Кубани желаю Геннадию Падалке удачного полета». Конец цитаты. На данный момент за 5 космических экспедиций Падалко находился на орбите 710 суток.